Пожалуй, ни на одном школьном выпускном торжестве этого года не было стольких представителей правопорядка, сколько их было 24 июня в 16-й средней школе. И не потому, что выпускники здесь постоянно нуждаются в контроле со стороны силовиков. Просто сами выпускники – потенциальные сотрудники правопорядка. Аттестаты о среднем образовании сегодня получили воспитанники кадетских классов. Их наставниками в течение двух последних лет были сотрудники регионального следственного комитета, УФСИН и ГИБДД. Тверская кадетская рота вас научила. И у вас есть воля. Вы должны ее зажать в кулак и преодолевать все-все преграды. Вспоминайте свой класс, вспоминайте своих друзей, знакомых, учителей. И это вам будет помогать на протяжении всей вашей жизни. Инна Морозова не только поздравила каждого из воспитанников кадетской роты имени Александра Савихина, но и вручила благодарственное письмо от имени начальника ФСИН Александра Кузьмина директору школы Олегу Платонову. Директор школы, поздравляя выпускников, сказал об особенностях нового аттестата зрелости. Такого выпускники еще не получали. На каждом аттестате QR-код стоит. Это впервые такое у нас вводится, практика. Поэтому сейчас проверим, давайте, как он работает. Наводим сканер. Вот. И мы видим. Сканер нам показывает, что это аттестат Коршуновой Елены Анатольевны. Тверская область и номер аттестата высвечивается. Поэтому каждый будет персональный, уже ни с кем, ни с чем вы не перепутаете. Еще один подарок каждому выпускнику-кадету подготовил глава региона. Все помнят наш последний звонок, где у нас проходил, да, в этом году так не торжественно было проходил. Поэтому Игорь Михайлович нам всем подготовил вот такой вот подарок для всех нас, такая вот общая фотография. Сегодня она каждому будет вручена. Представители УФСИН, ГИБДД, руководство регионального следственного комитета персонально поздравили выпускников. За два года обучения в кадетской роте ребята привыкли видеть на открытых уроках представителей своего подшефного ведомства. Дорога в эту школу для сотрудников того же следственного комитета за эти два года стала практически дорогой на службу. Профессия у нас нелегкая. И чем раньше дети начинают в нее погружаться, тем, на мой взгляд, лучше. Соответственно, уже со школьной скамьи, с последних классов, я думаю, что проникновение в особенности нашей работы будет способствовать возможному их выбору вуза и дальнейшей своей жизни. Поэтому я считаю, это важно. Это интересно, в первую очередь, самим детям, поэтому пусть оно будет так. Большие надежды возлагают на выпускников и сотрудники ГИБДД. Пусть даже не все ребята выберут для себя эту профессию. За время обучения у вас, вот хочу пожелать первое, что у вас сложилось прочная основа, понимание, что добра и зла – это очень важно сейчас в обществе. И чтобы в вашей душе не было безразличия. Вы большие молодцы, поздравляю вас. На торжестве из-за понятных ограничений не смогли присутствовать родители выпускников. Но одно исключение все же сделали. От имени губернатора наградили бабушку выпускницы кадетского класса Анастасии Шендерук. По просьбе губернатора Тверской области Игоря Михайловича Рудени вручается вот такое благодарственное письмо бабушке Анастасии нашей Шкваркиной Татьяне Васильевне. За значительный личный вклад в патриотическое духовно-нравственное воспитание молодежи Тверской области. Позвольте нам. Татьяна Шкваркина призналась, очень рада, что внучка выбрала учебу именно в кадетском классе. Дисциплинирует, это очень хорошо. Раз. Во-вторых, она стала более самостоятельной, более серьезной. Настроена была хорошо на хорошее учение, чтобы поступить. Ну, я рада за нее. Впереди у каждого из этих ребят долгая дорога в жизни, начало которой положил этот школьный класс, крепкая дружба и обязывающая ко многому кадетская форма. Но сегодня всех их будет объединять эта выпускная лента. Тоже подарок от главы региона. Смотрите, завидуйте. Мы выпускники 2021-го.